так замечательно, поднимайте запись и будем смотреть вместе с вами. Хорошо. Вы извините, пожалуйста. Еще раз говорю. Камеру уберите, пожалуйста. Все уходит. Полицейских пригласи, пожалуйста. Не, не надо ментов. Пойдем. Кем запрещено? Кем запрещено? Зачем? Есть это распоряжение метро. Старшего Семеновича. Вы что? Да, я старший. Вы, наверное, извините, идите мне навстречу завтрашним заседанием. Вы теперь на «вы» перешли? Я с вами разговариваю. Да? Он мне все записывает. Ну так замечательно, поднимайте запись и будем смотреть вместе с вами. Хорошо. Вы извините, пожалуйста. Еще раз говорю. Камеру уберите, пожалуйста. Что я с ней уберу? Камеру уберите, пожалуйста. Пожалуйста. Еще раз говорю, камеру уберите, пожалуйста. Давайте сделаем так. Как вы зовут? Вас зовут как? Еще раз говорю, камеру уберите, пожалуйста. Как вас зовут? Вы слышите меня, нет? Я отлично слышу, я слышу. Камеру уберите, пожалуйста. Как зовут вас, пожалуйста? У кого зрение хорошее? Рожков Александр Николаевич. Александр Николаевич, вы подраться любите, да? Еще раз говорю. Приглашаю вас в спортзал. Пойдешь? Ой, господи. Камеру уберите, господи, пожалуйста. Меня зовут Александр Владимирович, я не господин. Слышите, нет? Камеру сейчас уберите, пожалуйста. У меня слух плохой, не скажу. Вы хотите выслепляться? Полицейских пригласи, пожалуйста. Не, не надо ментов. А вы что, сами не справитесь? Не надо ментов. Что они сделают нам? Так как вы насчет? Еще раз говорю, камеру уберите. Вот еще раз. Вы сейчас со мной хотите сейчас поговорить? Давайте сейчас поговорим. Я на 7 число вас приглашаю. Еще раз говорю, давайте сейчас поговорим. На 7 число приглашаю вас сказать. Вы готовы? Еще раз говорю, давайте сейчас поговорим. Хотите? Пойдем. Запрещено. Пойдем. Кем запрещено? Сейчас пойдем. Кем запрещено? Зачем? Есть это распоряжение метро. Вот для начала, как вас зовут? На полицию Фельбург. Во-вторых, прикиньте. Фельбург. Фельбург. Номер жетона 201846. Пообщайтесь с людьми. Вы сейчас воспрепятствуете. Мы не снимаем вас, и это для меня. Пожалуйста. Я все понимаю. Зрение не снимайте. Потому что на расширении метрополитене запрещена видеосъемка. Это вы в метрополитене. Мы в метрополитене будем тогда, когда мы спустимся вниз. Метрополитен – это общественное место. Полицейский? От дверей. От дверей метрополитен начинается. Поэтому, пожалуйста, прекратите съемку. Давайте тогда прочитаем, откуда начинается. Услуги населению. Услуги населению оказывают? Еще раз говорю, камеру уберите. Я вас еще раз спрашиваю, услуги населения. Вы кто такой? А вы читать не умеете? Вы кто такой? Вы читать не умеете? Пресса чего? Уважаемый, можно камеру убрать? Нет, все, он фиксирует ваш отказ. Это подождите, ФСБ уже вызову. Вы не против? Да. Примите, пойдемте. Сейчас я вызову сначала ФСБ, а потом еще будем уже. Вы отказываетесь принять? Я не отказываюсь принять. Примите, пожалуйста. Можно ваши документы, пожалуйста? Примите, пожалуйста. На каком основании? Вот это вот. На каком основании? Вы производите здесь видеосъемку. Да нет, он фиксирует хронометраж. Это запрещено. Запрещено в метрополитене. Кем? Есть правила пользования метрополитена. А меня правила как гражданина не касаются? Наверное. Ваша есть обязанность. Это ваша обязанность и ваши правила, не мои правила. Ну, это правила метрополитена. Как зовут? Что значит не уберут? Как вам будет? Слова русского языка. Меня зовут на полиции Фельдера. Молодой человек. Еще раз говорю, прекратите ходить. Я понял. Давление оказывается. Что за стоит? Вот стоят сотрудники полиции. Обращайтесь к ним. Вы не нервничайте. Не нервничайте. Ладно, все, у нас сейчас поезд. Вы отказываетесь к ним, правильно? Я не отказываюсь. Ладно, в электронном виде как вам подать заявление? А? В электронном виде как? На сайте будет. Мне просто интересует видеосъемку уличную. Сколько мы не можем ее снимать. Может, только по заявлению на уголовную Мытнинская, дом 3. Зачем, если я проеду, мы там куда проеду? Вы понимаете, что вас туда входит. Видите, я не могу эти слова говорить. Ну ладно, ладно, давайте. Подождите, вы не уходите далеко. Так вы спросили, я не сказал. Они фиксировали меня. Я понял. Вот как. Я не отказываюсь. Вот все, они туда сразу перестали. Правильно? Ну, я не знаю. Ну и все. Я же попросил, говорит, что это отказывается. Значит, фиксируем. Алло. Алло. Где нам не идти? Это куда так? Алло. У нас два молодых человека.
обстоятельствами Бреста вести метрополитен, снимая интервью для видеокамеры. Они снимают на видеокамеры. Как вы сказали, они включили камеру? Как вы сказали, что камеру не снимают? Случайно, вот нарушение, вот это нарушение. Сейчас будет происходить преступление. Вот нарушение, это вот нарушение. Это нарушение. Так куда обратиться? А? Куда? Какого видео? Я же вам сказал, что мытницкая, дом 3. А, дом 3. Да. Правильно работает? Все, все записали, понятно. Нам сказали, адрес сказали. Два молодых человека вы такими предметами и снимают на видеокамеру и отказываются отвечать камеру. Снимаю знак надеюсь, вину кому-то, и будет снимать. Юстибир не раз, Юстибир к ним вообще не попал. А? Ну, бытовые. Он не раз, я сам, Юстибир, не надо мне перебивать. А у них же все записано. У меня тоже все записано. А вы скажете, не правда, вообще вам надо? Одного, но вот держава. Знаете, снимали молодого человека, сейчас мы все переживаем. Номер Юстибира какой это называется? Восстание 2. Восстание 2, да? Основание, я спрашиваю. Вот я тебе говорю, пресса, Росдержава. Вот полиция. Средства массовой информации. Яковлев, Кирилл. Да. Хорошо. Яковлев, Кирилл. Хорошо. Кирилл Викторович. Вот пресса, Росдержава, средства массовой информации. А что, воспрепятствуете деятельности журналиста? Воспрепятствуете деятельности журналиста? Я не знаю, снимали людей как. Это 144-я статья, вам так скажу. Вы с какой целью это снимаете? Общественное. Просто им так хочется. Конечно. Это же общественное место, правильно? Мы объяснили, что это запрещено видеосъемка метрополитена. Здесь оказываются услуги. Послушайте секундочку. Здесь съемка производится. Санкции. Прокурора. Мы журналисты, мы, может, хотим показать, понимаете, красоту Санкт-Петербурга. Почему? Вообще администрация, давайте вы сейчас воспрепятствуете деятельности журналистов. Это 144-я статья Уголовного кодекса. Я вам еще раз говорю. Журналисты, правильно? Мы хотим показать, что дальше. Которую мы должны обсудить в данном вопросе. Я ничего с ними не должен. Я им не должен ничего. Я им ничего не должен. Не, мы будем... Ваша работа классная, понимаете? Оставайтесь. Службу. Вы просите? Вот вас не вы просите? Вы просите выключить камеру? Да, я вам прошу выключить камеру. Ваши просьбе отказано. Ваши просьбе отказано. Вы не слышите? Это фамилия. Вы меня попросили, я вам отказал. Закон. Покажите, что да, Рожков Александр Николаевич. Сейчас, подождите. Еще раз говорю, камеру, пожалуйста, выключи. Вы просите? Я прошу вас, да, отказываю. Обратиться в пресс-службу. Только на законном основании. На законном основании. Пресс-службу либо метрополитена. Скажите, старший инспектор. Вы либо просите, либо законные основания требуете. Вы слышите меня? Помощник по обслуживанию. Мы объясняем, я не понимаю. Да все они понимают. Что вы... Они давно уже ушли. А? Это вы их держите. Кто их держит? Идите. Да, мы вошли.